Автоинспектор Абакана бьют тревогу. В городе резко возросло число ДТП с участием детей. Только за последнюю неделю сразу 9 случаев. Все школьники переходили проезжую часть в неустановленном месте. Дети получили серьезные травмы головы и переломы конечностей. Всего же с начала учебного года, то есть за полтора месяца, в ДТП пострадало 14 подростков. Таких серьезных показателей в столице республики еще не было. По большей части в большинстве дорожно-транспортных происшествий виноваты сами родители, так как они на глазах своего ребенка нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора, переходят дорогу в неустановленном для перехода месте, а также не пристегиваются сами в салоне транспортного средства. Но зачастую подобное поведение порой приводит к трагедии.